Все? Да. Ребят, всем привет. Давайте, пока 10 минут идет, за ты нарушил ты. Да. Пока идет 10 минут, мы, короче, загрузим все комментарии. Там заходят люди вообще? Да, вообще. Вот, мы загрузим все комментарии. Итак. Офигеть, 19 тысяч комментариев. Просто 19. Мы их загружаем. Давай я отключу Wi-Fi, чтобы тебе нормально было. Это просто на кухне у нас такой же ранс. Короче, мы как раз сейчас до в 20:00 начнется. Ребятки, у нас просто на кухне слабый Wi-Fi. Нормально все? Да. Тебе надо снимать трубку сейчас будет. Сейчас, секунду. Без проблем. Сейчас все? Снимаешь? Вот она. Давай сначала косметику покажем. Давай. Вот такая ваша красивая коробка. Бьюти-бокс, кисть, палетка, еще палетка, еще палетка, помадки, гель, подводка, еще помадка, какая-то штука, я не знаю, что это. Еще это помадка. Все за один раз? Одно лицо намазывать? Ну, этим всем пользоваться можно одно лицо за один раз? Да нет, ну там есть, ну, половина из этого, да. Кошмар, кошмар. Вот, давайте дальше загружаем комменты. Видно нормально? Да, нормально. Ты же видишь, что... Давай, пока вот так, оп. Кошмар. Хотите, я вам покажу Зорю? Дискомфортно так, мне кажется, что меня все видят. Сейчас. Там 19 тысяч комментариев, это жесть, ребят. Да? Угу. А что пишут-то? Ну, это типа, они отмечают, там условие было отметить двух друзей. Ставь, пожалуйста, в Айкос на фигню. Жесть, они когда-нибудь закончатся? Так это уже 2 минуты назад, это просто каждую секунду они загружаются. Ну, 19 тысяч, ты что думаешь, просто так их промотаешь-то? Чё тут, ничего себе. Я не могу в проге это сделать, потому что у меня нет компьютера. И вот эти числа, 19 тысяч человек, это было бы очень сложно. И поэтому я свой бьюти-бокс разыгрываю вот так. А через 10 дней вам каждому присвоятся номерки. И 10 бьюти-боксов будут разыгрываться через прогу рандомно. Блин, что-то зависло. У вас зависло что-то? Меня это бесит. У тебя точно Wi-Fi подключен? Да, вот посмотри. Все нормально? Да, нормально. Я там ничего было отключать. Ой, у меня тут ноготь немного сломанный. Сколько, интересно, тысяч я уже пролистала. Как завис, говорит, что-то виснет. Мутно видно. Сейчас они начнут. Мутно видно, господи. Держите. Дай-ка я потру камерку. Чё-чё-чё-чё-чё. Да не надо так близко. Что-то. Ну и мутно видно, и дрит-мадрит. А что там читать хотят? Газета, что ли? Да чё виснет? Всё вам нормально видно? Кто-то пишет, что нормально видно. Ну.
Как вы думаете, кто-то выиграет из вас? Кто сейчас в эфире? Теперь все хорошо. Через 2 минуты начнется розыгрыш. Ребят. Ну давай, пожалуй. Бля! Я вышла из комментариев. Жесть какая! Все, короче, я просто вот так их буду грузить. Говори что-нибудь. Что? Вот тут пишут. Что за розыгрыш? Розыгрыш косметики, который Аня недавно вот рекламировала. Если эти две... Никс. Никс. Не знаю, кто это. Ну, косметики дофига. Нет, я себя не могу показать. Я за вас переживаю. У меня причесон вообще. Чего орёшь? Чего если у меня прическа, чего орёшь? Спереди чего орёшь, сзади. Чего молчишь? Говорите что-нибудь, не молчите. Что вам рассказать, ребята? Привет, привет. У меня хорошо дела. Мы на самом деле вышли в эфир, чтобы разыграть эту косметику. Мы не особо любим в эфире выходить, честно говоря. И мы выходим вообще в них очень редко. Последний раз я вообще не помню, когда я была в эфире. Когда сказку читала. Не, после этого мы были в эфире, после финала. А, да, точно. Да, да, да. Сколько человек могут выиграть? Один человек выиграет вот эту палетку. Покажи Никс. Никс. Ой, подожди, мне сильно было приближено, я же за тобой следила. Угу, Никс. Красивая вот, коробка. И там внутри много косметики. Кто выиграет косметику, подарите мне коробку. Очень красивая коробка. С ней я знаю, что делать. Я буду туда пуговицы. Чуть-чуть помочь, а? Я буду туда пуговицы складывать и нитки с иголками. Вот, короче. Ну там покажешь за это, а я пока не кажу. Вот. Вот это такая штучка. Угу. Вот. Под глаза. А, над глазами. Это палетка теней. Палетка теней. О, какая красивая кисточка. Вот это вообще красота. Это палетка теней, дочь палетки теней. Ну, маленькая. Это муж. Брат палетки теней. Мужа нет, она мать-одиночка. Ну, вот это, наверное, муж. Так, это что? Это сосед палетки теней. Ну, это соседи просто палеток теней. Человек 1365. Вот они соседи, вот сын, дочь, мать, кисть, отец, Иврит Мадрид. Мне нужно было бы скинуться на курсы по макияжу. Я только умею красить ресницы, наносить тон пока что. И более ничего. Да, мне бы это не повредило на самом деле. Ты устала уже? А? Ты устала? Нет, а что мне уставать-то? Я хочу пить. Ой, спасибо, ребятушки. Да, визажисту думать надо пойти? Ну, не знаю, если Аня разрешит, я ее сегодня накрашу. Сейчас. Тени для лба? Там есть тени для лба? Отдельные, что ли? Тени для лба бывают? Для подбородка это сколько же теней? Не могу показаться, ребят. Кто-то мне просто пишет, Анечка, пожалуйста, можно мне подарок? Я не могу просто так дать, ребят, правда. Я могу только разыграть. Подарок в другой город высылаете, если выиграю? Конечно. Я высылаю... Не, не снимай. А, не снимай, ладно. Я телефон высылаю снимаю. Подарок в другой город, если человек из другого города. А если человек из Москвы, я лично привожу его. Крутяк. Привет. Нашей мне дырку под мышкой. Нашить? А что, дырки нашиваются еще?
Привет. Не знаю, может быть, и ты выиграешь. В нашей квартире 3 комнаты. Какие правила? Правила подписаться? Подписаться на всех спонсоров, отметить 2 друзей, поставить лайки всех спонсоров, всем спонсорам. Ребят, уже все, конкурс уже окончен. 20:00 время. Ладно, извини, я уже тебя достала. Выигрыш маме подаришь. Молодец. Ребят, вот тут по одному другу кто-то отмечает. Это человек, если я вдруг на него попаду, я сразу буду выбирать другого, потому что отмечать надо 2 друзей. Косметика очень крутая. Очень многие пользуются этой косметикой. Да, мы вместе живем. Аня Костина в Воронеже. Приедет скоро. Привет, Казахстан. Аня, не устала листать? Устала, капец. Сейчас, мне кажется, уже все скоро. 28 декабря будет розыгрыш, Таша? Да, будет 20... через 10 дней после того, как я выложила пост. Значит, 29-го. Розыгрыш. А, через 10 дней вчера выложил? Ну, люди, сразу-то не надо опускать руки. Косметики мне не видать, косметики мне не видать. Что ты же будешь выбирать победителя. О, ничего себе. Ну, я буду листать, а ты будешь говорить стоп. Так что все может получиться. Пожалуйста, Гориллас, я вас умоляю, не надо историю отправлять мне, пожалуйста. У меня тупой телефон из-за этого. Гориллас. Я не могу. Да вы что, не понимаете, я его сейчас заблокирую. Привет, Барнаул. Ребята, я не Зорина, я за Зарина, за. Зорина. Я за, через А, ребятушки, лапушки, солнышки. Сколько там человек? 1439. Что, победитель не хочет зайти в эфир? Победить. Ну, там 19 тысяч комментариев, а в эфире только это... 1500. Да. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Она ищет победителя. И зачем все это? Мы листаем это для того, чтобы загрузить все эти 19 тысяч комментариев. И потом мы будем листать. И наугад мы выберем победителя, который заберет эту чудесную косметику NYX. Где много? Еще раз. Палетка мама. Ой, это близко очень сильно было с ней надо сниматься. Вот такая вот палеточка мама. Сына палеточка. Сколько много всего, боже мой. Ну и вон там всякие штучки. Глаза и губы. Знаете, там сколько помады? Посмотрите. У меня тоже, кстати, есть такая косметика. 1, 2, 3, 4. 4, 5 помадки. И вот еще какая-то блески. Ой, какая милая. Я так люблю всякие маленькие штучки. Привет из Барнаула! Ла-ла.
Очень хочется выиграть. Чего, они еще много? Нет, еще. Ну, мне кажется, нет. Как и это в фильме вчера, как он начал по комнате с камеры кружиться, помнишь, долго? Да. Капец, мне голова заболела аж. Вчера ходили на фильм, пока там все листается. Он такой достаточно интересненький, но очень затянутый сюжет. Дом, который построил Джек. Это тяжелый, просто и тяжелый. Интересный. Да, ну там диалоги вот эти его с этим человеком, который провожал его потом в ад. Очень хочется этот набор, так выполни все условия. И, может быть, именно ты станешь обладателем этого чудесного набора. Никс. Конечно же, мы открыли сердечко, и там много уже чего поели в нем. Вон, сердце, пацанки. Мы просто сердечко увидели наш. А он стоит свинюшка. И на ней мы складываем десятики, и мне на липосакцию. Там так и написано. Аня листает комментарии. Это люди, которые вот подписались, выполнили все условия, чтобы выиграть эту косметику, из которых мы сейчас будем выбирать победителя. Ань, что-то долго еще? А что смеешься? Я тоже устала уже. А что Аня показывает? Вот Аня. Привет, Ань. Зато Аня будет потом пальцы накачанные. Давай, все. Все? Ядрит Мадрид, ребята, сейчас будет разыгрываться косметика Никс. Я буду вот так листать, листать, потом ты будешь говорить раз, два, три и стоп. Я на кого тыкаю? Покажи мне, что я закрою глаза, чтобы они мне верили, что это все не просто. Вот смотрите, да, ребятушки. Ой, чё, отсвечивать сильно. Вообще отсвечивать. Во, во, вот это, сейчас будет розыгрыш. Аня закроет глаза. И буду листать. Ты что так зажмурилась-то? Чтобы вообще не видела. И буду листать, листать, и ты будешь говорить один, два, три. Через какой интервал времени примерно говорить? Вот как хочешь, только не максимально быстро. Хорошо. Давай, раз, два, три. Листается там? Нет, вышло. Пиздец. Блин, извините, пожалуйста. Жесть, ну почему так происходит? А, вот, я вот так сейчас сначала новый, и вот так листну, и ты потом говоришь. Да, Ань, ты можешь туда просто не смотреть, зачем ты глаза закрываешь? Ладно, давай. Что прям? Давай. Я навожу тогда туда, да? Да. Не, давай еще подождем, пусть листается. Конечно, потому что там 19 тысяч. Кому-то достанется косметика Никс сейчас. Это чудесное трение телефона принесет кому-то косметику Никс. Очень по-медленному листается, поэтому мы задержим этот все моментик. Сердце бьется. Привет из Израиля. Израилю привет. Очень медленно листается, поэтому подождем, подождем. А почему так медленно? Ну, потому что подвисает, видимо, что-то. Ну, давай, когда ты скажешь 1, 2, 3? Ну, там еще много, очень мало, медленно листать. Ну, мы так, даже если мы до конца долистаем. Давай, Аня, давай. Давай. Листай, я сейчас устроюсь. Ты что, нервничаешь? Я тоже нервничаю уже. Я тоже нервничаю, у меня ладони вспотели. Давай. Ну, Зоя. Аня, сейчас я буду готова, я знаю, когда. Ну, ладно, скажешь. Листай. Барабанная дробь. Один. Два. Три. Ну, стоп нас. Это... И снова мы выходим в эфир и...
И стоп! Пау. Стэшка. Так, смотрим сейчас. Вот это стэшка. Заходим к ней в профиль. Живая девочка стэшка. Смотрим ее подписки. На всех 65 спонсоров. 65? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я на них тоже подписана, поэтому у нас подписки. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Отлично, 65 подписок. Теперь ждем, смотрим лайки. И что, лайки читать будем, считай? Нет. Да. Лайки через 10 дней вы должны будете ставить. Все, короче, она победила. Как ее зовут, девушка? Стэшка. Девушка Стэшка, студент. Напишем ей сейчас. Отправить сообщение. Привет. Красотка. Ой. А если бы у тебя мальчик выиграл бы? Маме бы подарил. Ты выиграла. В моем конкурсе надо написать. Что там пишут? Кто-то пишет, что жалко, что это боль. Можешь отписываться от всех. Ура! Вот Стэшка. Вот это она? Да, Стэшка, это ты, молодцом. А ты откуда? А, Ростов-на-Дону. Я хотела... Лично привести. Я хотела лично, да. Блин, ну ладно. Ну все, я тебе сейчас выложу сторис. Мала. Эта коробка достается тебе и скоро улетит в Ростов-на-Дону. Или уедет на поезде. I love you. Спасибо, ребят. Все, давай. Сохрани эфир.